Ремонт Новоталицкого сада «Малыш» готов. Сегодня открывали спортивную площадку. Здесь будут заниматься 200 воспитанников. В этом году детский сад «Малыш» существенно преобразился благодаря целому ряду программ. Во-первых, по губернаторской программе капитально отремонтированы кровли, заменены все оконные блоки в этом здании. И накануне от этого контракта мы сейчас завершаем ремонт крылец, отмосток по всему периметру здания. То есть такое существенное серьезное вложение. Здесь были серьезные средства вложены в капитальный ремонт этого детского сада. Плюс по другой программе «Детское пространство» здесь построена спортивная игровая площадка. Родители проявили активность, и этот проект пришел сюда, в этот детский сад. Совместно с родителями разрабатывали дизайн площадки, выбирали оборудование. «Малыш» – второй сад на Новоталицах, который имеет такой спортивный уголок. У них физкультура была в зале. Сейчас на свежем воздухе, мне кажется, это очень здорово. Будет намного активнее, намного разнообразнее игры. Пока физкультурой с детьми занимаются воспитатели. Рассказывает, на этом месте была площадка старая, в сравнении с этой не идет. Змейка, лестницы, специальное покрытие. Тренироваться можно круглый год. Здесь у нас и баскетбол, и волейбол, и футбол. И эти футбольные ворота можно использовать зимой, как хоккейные ворота. Поэтому вся эта спортивная площадка будет использоваться на полную силу в течение всего учебного года. Сергей Низов добавил, в саду «Малыш» завершают укладку асфальтового покрытия. А еще совсем скоро откроется спортивный зал на базе старого бассейна. Ремонт почти завершен. Дарья Костина, Максим Шишкин, телекомпания «Барс».